Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем выкапывать яровой чеснок. Вот тут у нас яровой чеснок. Но мы его посадили очень поздно. Некогда нам было как-то, ну, все что-то не то мешало нам. В общем, посмотрим, что у нас сейчас выросло вот здесь. Вот. Значит, кому интересно, сейчас будем копать чеснок. Вот там вот сели семена, там бульбочки. А этот чеснок, вот, значит, это на следующем канале, мы на другом канале продачу выложим. Кому интересно, перейдете, посмотрите, как же урожай вот, без этих самых, без семян, и какие будут чесночинки без этого самого, без семян. А какие будут размеры все на. Значит, я хочу сказать, этот чеснок мы, и этот чеснок. Не, этот мы поливали, а этот и не поливали, и не подкармливали, ничего. Хозяйка два раза только его прополола, и все. Ну ладно. Так, кому интересно, посмотрите. Значит, вот так сейчас подкопай. Видите, какой мелкий чесночок. Вот так. О. Главное, чтобы мне эти самые чесночинки не повредить. Вот так вот. Сейчас я это все выкопаю. Вот столько я накопал чеснока. Значит, ну, чеснок не важный, конечно, совсем не важный. Вот, ну, что сделаешь? Такой вот получился, что мы прозевали посадку. Ну, ничего. Я высмотрел, как вот такой чеснок садить по-другому. Значит, в этом году мы посадим его немножко по-другому. Вот, кому интересно, подпишитесь на этот, на тот канал. Вот. А так, благодарю вас всех за внимание. Желаю крепкого здоровья, приятного аппетита, удачи. До свидания.